Сегодня получается, что 10 февраля 2020 года. Ну, я встаю всегда рано, 3 час нынче попозже тут блокировка была. И ничего не включается, никак ничего нету. А встают все в 4:40, остальных будить. Ну, решил разбудить тут и Володю пораньше, хотя минут на 20. Ничего нет, на улицу-то вышли, ба! С крыши, вон Володя как раз вышел, я тут в комнате сейчас сижу, пришел. И провод оборвало, лавина сошла, лавина с крыши. Даже выразить нельзя, какой снег. Я сейчас пойду и попутно сниму еще раз. Вот он натягивает, мы уже сделали и сумели соединиться. Но там видно, где там он порванное было. Ну, не просто так это. Уже все соединили, а теперь позвонили, с 9 до 10 ждать. Вот видно, где соединение одно, и тут второе, вот Володя колонок. Господь благословил. Соединились с телеком. Очень хорошо телеком работает, безотказно. Какое нам время удобнее? Ну, говорят, бедлам такой в государстве нет. Пока железная дорога работает, вот телефон, еще терпимо. На остальное не будем еще говорить и смотреть. Сейчас пойдем мы на доске поднимем провод, это вот улица идет, с улицы, чтобы там не трогал. А потом они приедут, мы провод этот соединим, заберем. Вон Володя тянет его. Там видно даже, какие комки лежат. О, огромные там свалились, от отсюда видно. Вот. Сейчас я пойду и за собой там дальше поснимаю. Отошел сейчас, не отошел, а отключился от сети. Ну и пошел. Вот так. Это я по комнате иду. Сейчас валенки надеть надо. Мои дорогие валенки. Ну, сейчас уже 4 часа с чем-то. Ну, во сколько лавина сошла, этого мы не знаем. Вот так, мы всегда здесь за тысячу, чтобы дверь не открылась. Вот так вот. Ну и дальше идти надо. О-о-о-о-о. Даже тут это включить надо. Свет. О, ага. Ну вот я пошел. Тут Володя уже ходил. Да. А тут лестница у меня к голубям идет. Вот окна, и на вот видно, какие сугробы до окон. Выше, ну, половина окна. Вот эта калина стоит рядом. Вот она, как она выглядит вся. Провода, вот ель. Какими она. Все ветки к низу пошли, а то стояла она, и береза рядом. И вот эти комки с крыши, вот она, провод пошел и порвала его. Ну и вот если бы так-то мы видели, то удивились бы. Давай-ка я сейчас буду прибивать на... Гвозди брали с собой? Взял, конечно, дальше взял. Держи. Давайте. Не урони только. Так, молоток мой здесь. Ты еще не прибил еще? Нет, нет, у меня гвоздей нету. А, ну тогда это, сейчас мы прибьем, смотри где. А потом мы его провод здесь надо. Куртка замотаем. Мокрая уже. Не сквозяна она уже. От мокрого снега. Ее держать надо, да. Башлат под рукой светишь, чтобы. Все, гвоздь пошел не туда. Но он изначально был загнутый у вас чуть-чуть. Изначально видно было, что он не пойдет. Вот так. Сейчас еще один забью, чтобы она не крутилась. Ну и больше нам ничего не надо. И провод лежит, да и лежит. Он тут натягивать даже не надо. О, слава тебе, Господи. Ну, тут мы можем снегом придавить ее. Вот она как. А что тут? Больше она ничего нам не сделает это. Хорошо бы тут за что-то зацепить. А ну-ка, давай-ка вот сюда попробуем. Тут натянутый. А теперь вот так вот я его вокруг. Это же не помешает тут. Ну, и он
будет натягивать. Главное, на улице-то соединилось. Сами соединили. Ну, спрашивают, телеком, обслуга, переезжайте. Такой разговор ведут, как будто бы родные какие-то. Какая в Барнауле Ростелеком, каждый раз я удивляюсь. Невозможно. Как будто бы родные какие-то. А вон, за гвоздь. Куда еще дальше тут соединить-то? А вот, гвоздь загнулся, то он как раз для этого и крючком. Ну, глянут туда еще, нет? Ну-ка, выйди на улицу. Вот она идет, где мы соединили, оборвала. Она говорит, ни в каком месте оборвата. Все, все, уходим. Все, да. Ножи-то где? Я унес. Унес, ну больше ничего нет. Теперь я закрываюсь по всем. Все, слава тебе, Господи. Слава так, тебе. Я побежал. Все, побежали мы. Подожди-ка. Че? Я же пилу-то брал, ножовку. Ага, вон она. Вон она. То, что я там, видишь, как запилил-то он вверху-то, видишь? Да-да, вот вижу. Вот провода. Ага. Ну и все, слава Богу. Так, давай-ка поблагодарим Бога. Я запилить. Пошел, все, взял гвозди. Ой, на лысину-то мне снег падает. Господи, слава тебе, вразумил. И добрых людей посылаешь ты. Аллилуйя. Благослови всех, и YouTube, и кто там работает, кто дает нам возможность там быть, благовествовать. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Так, пошел я. Все, побежали вместе.